Всем привет, друзья! Нарисовал я маску, даже не одну, а две. Вот такие делать буду, конечно, сегодня вот эту. Эту еще нужно дорисовать, что-то мне она не очень нравится. Кстати, нанес я квадратики. Квадратики получились у меня 22 миллиметра на 22. Я потом на страничке ВКонтакте выложу. Кому интересно, заходите, копируйте. Делайте. Так, еще скажу насчет материала. Материал буду использовать ольху. С материальчиком у меня вообще никаких проблем нету. У меня знакомый работает на фирме, они мебель делают. И у них получаются вот такие отходы. Сучки или что-то по цвету не подходит. Они как бы отдают их мне. Длинные, короткие, разнообразные. А что мне сучки не помеха? В принципе, развернуло на другую сторону. Или сместился. И все, уже сычок обошел. Так что, как говорю, проблем с материалом на маске мне вообще никаких нету. Так, какие мои действия дальше? Перебиваю маску на заготовку и выпиливаю по контуру лобзиком. Начинаю работу с подрезки усов, контуры лица буду выделять и эти волосики. При этом бороду буду опускать вниз. И чем дальше к концу, тем больше борода должна идти вниз. Начинаю понемножку округлять ему голову. Бороду, конечно, еще нужно опускать, но я думаю, пока хватит. Все постепенно, понемножку. Три сучка вылезло. Я думал, с той стороны они маленькие были. Не думал, что через всю доску. Но оказывается, через всю доску. Уже вот саморезики попустили, нужно будет открутить их. Немножко их подтянуть.
Возвращаясь к носу, немножко его еще уменьшу, а то мне не нравится. Конечно, можно сделать вообще огромный нос, но мне как-то не хочется. Хочу его уменьшить, сделать поменьше. Кстати, глазам еще буду неоднократно возвращаться. Тоже еще нужно подрезать эту часть, опустить ниже. Здесь нужно опустить тоже ниже. Усы еще подрезать. Щеки тоже здесь нужно опустить еще ниже. Лицо практически готово. Может, сам еще буду там что-то доделывать. Но кардинальных изменений я не буду вносить никаких. Волосы нужно будет еще поправить. Сейчас начинаю опускать усы еще ниже. При этом рот буду делать сразу же. Немножко опущу. Потом рот сделаю. Потом опять за усы возьмусь. И вообще в будущем надо будет вам показать, как глаз делается поэтапно, а то камера не передает, я в принципе ничего не объясняю, как, что, зачем идет. Также нос и эти высоты, тоже ничего не говорю, что, зачем идет. Надо будет это все в каком-то отдельном видео объяснить. Ну а сейчас усики опускаю ниже. Еще надо будет здесь бороду опустить ниже. Это немножко попозже. Сейчас усики. Хорошо, что эти сучки мне не попались на лице, а на бороде. Я когда буду делать детализацию, я их более-менее скрою. А сейчас займусь подрезкой задней стороны. Кстати, это не обязательно делать, но я в принципе делаю. Я думаю, что оно с подрезкой все-таки лучше смотрится, чем без подрезки. Тоже сильно не нужно убирать заднюю сторону, буквально чуть-чуть, и оно свой эффект все равно создает. Маска кажется более объемной. И шлифовкой все, а теперь занимаюсь детализацией бороды, усов и волосиков на голове. С помощью уголка навожу сначала немножко такие глубокие полоски. Глаза я рисую к
карандашом. Можно, конечно, и маркером. Я и маркером бывало рисовал. Карандашом мне как-то больше нравится. Хочу ее сделать реже. Для этого я подобрал морилку спиртовую, цвет бука, но более-менее подходит. Заклеил лицо, оставлю только те места, где будет наноситься морилка. А морилку я буду наносить вот такой самодельной дуечкой. Где дуйка я не задую, там я потом легосенько пройдусь кисточкой и докрашу. Да, немножко здесь нужно подкрасить и здесь чуть-чуть. Наверное, в середине рот ему закрашу тоже этот цвет или даже может какой-то темный. И начал, друзья, носить мастику к паркету прозорую. Смотрите, как сразу цвет поменялся. Какой приятный стал. Наношу ее 2-3 раза, даже можно и 4 раза. После каждого раза должна она высохнуть. Дать высохнуть и потом еще раз накладывать. И опять дать высохнуть и опять накладывать. Ну и в конце просто тряпочкой натирается. И получается такой минимальный блеск. И довольно оно хорошо смотрится. Как я и хотел, получилась маска рыжая, довольно-таки интересная. Кому понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал, впереди очень много интересных работ. Всем удачи, друзья, увидимся.